А это российский бомбардировщик Ту-160. Его еще называют «Белый лебедь». 2 месяца назад два таких самолета, пролетая над Англией, сильно напугали британцев. Правительство Туманного Альбиона даже вызвали российского посла для объяснений. И переживать действительно было из-за чего. Ту-160 — это самый большой и мощный сверхзвуковой самолет в мире. Он может преодолевать невероятные расстояния без дозаправки — это 14 тысяч километров. На его борту 40 тонн вооружения. Одна его бомба весит больше легкового автомобиля. На перехват российских бомбардировщиков отправили истребители «Тайфун». Правда, толку от этого было немного. Дело в том, что Ту-160 втрое быстрее британских боевых самолетов. Кстати, недавно отечественные конструкторы закончили модернизацию этой уникальной машины. Теперь Ту-160М могут поражать цели современными крылатыми ракетами, а также авиабомбами. Связь в них осуществляется через космические спутники. Это улучшает ведение прицельного огня. Там заменен вычислительный комплекс, там другая кабина. И, конечно, это позволяет совершенно по-другому работать пилоту. Он больше приспособлен для современного вооружения, для новых крылатых ракет различных типов. У него намного мощнее система РЭП.